Друзья, всем привет! Сегодня мы изготовим интересную самоделку из простой розетки. Вперед! Для начала откручиваем верхнюю крышку и удаляем все лишнее. Это нам не понадобится. В верхней крышке рассверливаю отверстие до 9 мм. Сверлю также еще одно отверстие диаметром 8 мм. С обратной стороны, с вашего позволения сказать, корпуса закрепим магнит. Магнит от двигателя, если я не ошибаюсь, видеомагнитофона. Такой. В принципе, можно использовать какой-либо другой. Это не суть, важно. Далее нам потребуется джек 3,5 мм акустический и отрезок провода, желательно экранированный. В верхнюю крышку устанавливаем также два, но только теперь уже гнезда под джек 3,5. В третье отверстие устанавливаю тумблер. В результате имеем два аудиовыхода с возможностью переключения. В таком положении работает первый, в таком положении работает второй. Благодаря этому очень простому устройству я смогу быстро переключаться между наушниками, которые нужны мне для просмотра взрослых фильмов, шучу, конечно, для монтажа видео, и между акустической системой. Все очень просто и быстро. Кто-то горелкой греет, кто-то замачивает в растворитель, кто-то вообще кувалдой лупашит. Да все же проще. Нужен всего лишь нож. Любой. Вот такое простое приспособление из самой обыкновенной розетки. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Но пасаран. Пока.